помидоры и огурцы – это не овощи, это фрукты. Почему? А потому что овощи – это надземные и подземные части растений, которые не имеют внутри себя семян и имеют грубую клетчатку. А фрукты и плоды – это органы размножения растений, которые имеют внутри себя семена и имеют более нежную клетчатку. Помидоры и огурцы относятся как раз к плодам, которые имеют внутри себя семена и имеют мягкую клетчатку. Поэтому, когда вы едите мясо или рыбу с помидорами или огурцами, считайте, что вы едите животный белок с фруктами. А это неправильно. Животный белок все-таки нужно есть с настоящими овощами, такими как капуста, зелень, корнеплоды и прочее.